Добрый день! Всех поздравляю с наступающим Новым годом, а у кого-то, может быть, уже наступившим. И хочу показать вам еще одну книжку, сшитую с большой любовью, с интересом, с добротой, так как я умею, в мастерской Ленка шьет. Так, на обложке у нас веселый рыжий котик теплый, который передает вам свое мрррр, бабочка, фактурный клубок, выполнено корешок с помощью бусин, люверсы, шнур, и можно добавлять, убавлять страницы в книжке по любому желанию, по желанию ребенка и мамы. Итак, первый разворот у нас весна-лето, трактор мимимишки, то есть очень любят дети, это просто у меня вот два мальчика, они готовы этим трактором, ну не знаю, еще и плюс, если с ним спеть эту песенку про синий трактор, то просто бомба бомбическая. Этот трактор непростой, он превращается в трансформер-грузовик, в котором можно возить грибы, яблоки, которые тут на кнопке, и грибы. Собираем в грузовик и увозим все на фабрику джем варить и закатывать грибочки, мариновать. И цветочки у нас на пуговке на ножке. Все, как нужно, все по фэншую. Так. Собираем обратно всех, садим. А, тут еще на этой соседней страничке мельница, и можно прятать мишки в кармашек. Это его домик. Дальше. Что еще тут интересного есть? Прятки. Ну и ягодки. Яблочки. Мельница. Все запомнили? Следующий разворот у нас «Времена года». Очень популярный разворот вообще в моей мастерской. Фактически в каждой книжке сейчас его заказывают, просят повторить. «Зима» на липучке. На липучке у нас этот. Тут облачко. Здесь же уже сидит олень. Подарок ждет Деда Мороза, чтобы развозить детям подарки. «Весна». Весной цветы цветут, птички поют, бабочки летают. Следующее лето, яблочки на кнопке и листики у нас на крючке. Тут все возможные кнопочки и застежечки, какие могут быть в книжках. Еще есть магнитные кнопки, но в последнее время я как-то их не часто заказываю, потому что ну, немного это опасновато. Так, тут у нас гараж и джип. Водитель мальчишка, он умеет все, он может починить машину вообще без проблем, переобуть резину с летней на зимнюю, залить масло, поменять, провести тютинг, первоначальный ремонт. Парень вообще просто рукастый, настоящий мужик. Вот, с таким не пропадет ни одна женщина. Поэтому мы его садим в джип, он умеет бип-бип, и отправляем своей принцессе. Так, следующая страничка у нас разворот на логику. Это кто что ест, распределяем еду по животным. А этот у нас любимая страничка детей, это молнии туда-сюда, они с удовольствием их все открывают, закрывают. Вот. Удобно мне схватиться. Желтенькие. Они сначала молнии ходят не очень хорошо, их нужно разработать. И со временем уже, то есть сначала мама помогает, а потом уже ребенок сам. Они разработаются. И, использую разные собачки, чтобы как бы хватка была, отрабатывалась с любым видом молний. Следующий, вот это вообще просто суперский интересный разворот. Стройка. У меня два мальчика, они строить просто, ну, готовы наблюдать за работой кранов и прочих строительной техники бесконечно. Так, что у нас тут есть? Есть у нас веселый пингвин, машинист башенного крана. Есть башенный кран, который самый настоящий, он работает по принципу поднял, опустил, перенес и опустил, например. То есть тут уже как ребенком играете. Тут все на липучке. То есть можно составлять город
самостоятельно с помощью крана. Что тут интересного? Здесь геометрические фигуры. Также они распределены по цветам, и дома можно составлять по цвету. Можно просить составить там ребенка в соответствии с фигурами, что тут у нас треугольники, круги, овалы. И все это изучать, то есть с большим удовольствием в легкой игровой форме мы изучаем геометрию. И завершает нашу книжку бэк-обложка, рюкзак, рюкзак-карман с фастексами-застежками. Классический фастекс. Есть такая хитрая застежка, которую еще не сразу догадаться как. Котики и карабинчик. Вот, то есть отрабатываем навыки мелкой моторики. Плюсом здесь карман. Можно здесь хранить любые детали. И там внутри тоже кармашек. Сам рюкзачок, карман. Вот такая книжечка для мальчика Никиты. Такая мальчуковая, серьезная такая, увесистая. Ничего лишнего, только польза, только практика, только хардкор. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Я желаю вам исполнения всех ваших желаний в следующем году.